Всем привет, дорогие! Очередной раз покупаем мы сундуки. На этот раз сундуки 20 штук Т-34 Independence. Посмотрим, выпадет ли что-нибудь. Попал 10 сундуков особых, ничего не выпало, кроме голды. В ангаре нету, у меня есть обычный Т-34. Ну, хочется Independence еще получить. Давайте попробуем открыть. 20 сундуков у нас есть. Сейчас проверим, секундочку. Так, все, запись идет. Поехали открывать. Ну, будем надеяться, что нам повезет. Так, у нас тут 165 голды, как всегда. Бустеры всякие, никому не нужны. Сера. Сто тысяч прям аккаунта. 165 голды. 200 голды. И вот он, выпал. Ну вот это подфартило, честно скажу. Комплект стоил 1300. И, как мы видим, на 10-м сундуке у нас выпал. Ну, что ж поделать, надо заскриншотить все это дело. На всякий случай. Сейчас порадуюсь друзей. Конечно, надоело донатить, но что же делать? Это как хочется просто и все. Будем донатить. Поехали дальше. Что у нас еще здесь в 10 остальных? Ну, Т-127 есть. Вот сушка было бы неплохо. Ну, А-32, если поймать, тоже неплохо, неплохо. Премы. В принципе, что мы хотели, то мы получили уже. Второй! Как мы видим, второй танк. Но за это мы получим компенсацию. Сколько надо будет посмотреть. Вот это прет. В больших сундуках вообще ничего не перло. Посмотрим. Мы в Wargaming. Ну зачем же вы так подкалываете, честно? Первый раз, конечно, тоже с особым удовольствием открывались. Не, ну если так будет дело идти, то и на Т-54 образца можно задонатить на 20 сундучков. В принципе, неплохо было бы. 200 голды, ну все тут голда серая попробовала. Ну уже, то есть, настроение поднялось. Даже очень. 15 миллионов денег уже, как видим. И последний сундук на сегодняшний день. Что у нас тут? 100 серы, ладно. Ну, серу выносим мы за два боя столько, такое количество. Что поделать. И вот так вот, как мы видим, ребята, как мы видим, что у нас выпало из 20 сундучков. 100 тысяч серы, 14 бустеров, 100 тысяч, 200 голды, давайте голду посчитаем, 200, 365, это 565, так, 730 голды, 2 танка, как мы видим, получили 3 миллиона, так, 730, так, 1100, грубо говоря, 1300, 1400 голды, 1400, ну, где-то в районе 2000 голды, куча бустеров, 2 танка и серой немного. Но все же, как бы, стоит, за полторашечку-то стоит купить, это нормальное дело.
Так, сейчас вам покажу, ребята. Еще раз. Покупал я вот этот вот сундук. Да, 1500 денег, грубо говоря, кругом бегом. Ну, вот это стоящий сундучок. Не то, что я брал до этого за 1500, и хер что выпало. Итак, ну что, рискуйте, ребята, кому как повезет. Как мы видим, вот он у меня пустой. Пустой танчик. Ну, захотелось мне его получить. Все, всем спасибо, всем пока. Будем ждать Т-54 первый образец для открывашки. Все, закрываю. Ох, как я рад.